Андрей за рулем уже 13 лет. Пришел работать на 88-й маршрут на прошлой неделе. Сел за руль нового такси. Вместимость 52 пассажира. Особенно довольны пользователи транспортных карт. Для них проезд стоит 21 рубль, а не 23. Вместительно, то есть пенсионер, а не сумки, но лежит им гораздо удобнее. То есть здесь есть пневмоподвеска, то есть для инвалидов. Она опускается, то есть могут заехать инвалиды. Соответственно, она больше, чем стандартный маршрут. Просторнее, удобнее. Новые маршрутки могут перевозить людей с ограниченными возможностями, чтобы коляска заехала в салон. Есть пандус, маршрутка за считанные секунды может стать низкопольной. Возможности нового транспорта уже оценила Татьяна. Очень хорошо, замечательно. Прям мы очень довольны, рады, что мы едем. Не как в консервной банке. Платите как, наличными или вот карты ходят? Я наличными, потому что я еду на работу. В принципе, так у меня машина есть. Угу. А на работу мне удобнее ездить на автобусе. А вот Анатолий, несмотря на то, что новые маршрутки вышли на рейсы на прошлой неделе, оценить их возможности не успел. Вы знаете, я первый раз вот вижу вот эту красную. Я редко езжу в Рязань, я за городом живу. И вот первый раз вижу, что за маршрут, сейчас попробую проеду. Перебои с работой транспорта на 88-м маршруте заметили и другие пассажиры. Причиной тому, как говорят водители, несогласованность графика разных перевозчиков. Теперь все маршрутчики мечтают работать на авто большей вместимости. Ну, скорым временем сяду, конечно, мне тоже нравится. Вот, предложение есть, я думаю, что скорым временем тоже сяду, чем как бы на этих машинах. Повыгоднее? Да, повыгоднее будет. Это уже 100% зарплата. А тут то ли заработаешь, то ли нет. Всего перевозчик закупил 20 автобусов большой вместимости. 12 уже вышли на городские маршруты в планах расширения транспортного парка. Денис Лева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».